Глава администрации Матвеева Курганского района Дина Алборова проверила качество проведенных работ и поздравила учеников и педагогов учреждения с началом нового учебного года. Я искренне поздравляю вас с новым учебным годом в новом сказочном государстве. И сегодня мне так приятно, что мои любимые дети вернулись домой. Уважаемые учителя, именно благодаря вам, благодаря губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву, мы сегодня открываем двери прекрасного заведения, прекрасного дворца. Именно благодаря вам, источнику мудрости, любви, радости, наполняются души наших детей. Я желаю вам здоровья, я желаю вам процветания, я желаю вам каждый день, чтобы ваша доброта и любовь возвращались к вам в сердце и наполняли вашу душу. И мне так приятно сегодня передать этот золотой ключик вашей мудрой хозяйчике, вашему мудрому руководителю, Наталья Петровна, он ваш по праву. Также со словами поздравлениями ко всем присутствующим обратилась директор Политодельской средней школы Наталья Голубова. Мы рады вас всех видеть на нашем родном школьном дворе. Мы так ждали этого момента, мы так переживали, что строители не успеют к 1 сентября, и все-таки все получилось. И сегодня мы вот здесь вот, получив наш заветный золотой ключик от храма знаний, войдем в наши родные кабинеты. Поздравляю вас всех с этим замечательным праздником. Поздравляю и желаю, чтобы вы были достойной сменой ваших родителей, чтобы вы были настоящими людьми с большой буквы. После этого в торжественной обстановке с перерезанием красной ленточки состоялось открытие Политодельской средней школы. Да, моя умничка. Спасибо. Молодец. Беги. Еще дай свою ленточку маленькую. Тебе, маме отдашь. Все, беги. Но теперь точно двери школы для всех открыты. Ребята, вы рады? Дорога к знаниям открыта снова. Двери распахнула Политодельская школа. В этот миг волнующий прекрасный. Распахнутся также двери в классы. Крепко за руки возьмитесь и по классам расходитесь. Добрый путь, друзья, вперед! Школа с нетерпением ждет.